В средневековье верили люди, что кошка приносит какое-то зло, символ такого зла, или вот ведьмы всегда имели кошек, или там они даже убивали кошек. Но в другое время в Египте, например, было святое существо, кошка, и они благословили, считали, что они, ну, как бы святые существа. Здесь такая интересная карта, которая показывает, как слово «кот» произносится в разных странах мира. И «кот», и «катинас» по-литовски, по-латвийски «какис» очень вот, интересно, и «гато», и «киса», «кэт» в разных странах.